Всем привет! Сегодня хочу показать, что произошло с опрыскивателем Форта ЛП-2.5. Вот емкость, она разошлась, здесь отверстие образовалось. Все почему? То ли это был брак, то ли просто моя оплошность, но факт в том, что я налил чуть больше уровня, то есть 2.5 литра, буквально сделал 10 качков, и вот такая вот ерунда произошла, то есть разошелся сам бачок, образовалось отверстие. Вот, так что будьте аккуратны, поскольку предохранительного клапана в таких поделках нету.